И снова на повестке дня вопросы теплоснабжения. Череду заседаний и совещаний по началу отоп-сезона завершает пресс-конференция в Интерфаксе. На вопросы журналистов ответил замначальника департамента ЖКХ Дмитрий Крылов и руководитель госжилинспекции региона Ольга Максимова. Свежие цифры таковы. Готовность объектов ЖКХ к пуску тепла 98%. Сформированы запасы каменного угля и мазута. В 19 муниципальных образованиях отопительный сезон уже начался. В ближайшие два дня запустят Лежневский, Палехский и Савинский районы. Только на следующей неделе потеплеет в домах жителей Фурмановского и Южского районов. И еще одна цифра, о которой, я думаю, тоже сегодня стоит говорить, это процент выдачи паспортов готовности жилищного фонда, подлежащего паспортизации. Так, в Ивановской области по состоянию на 15 сентября текущего года паспорта готовности выданы в отношении 86% жилищного фонда. Показатель этот у нас остался на уровне 2015 года. Если в вашем доме по-прежнему холодно, обратились к жителям региона ньюсмейкеры, адресуйте вопросы специалистам своей управляющей компании. Подали заявку соответствующую в РСО о готовности объекта теплопотребления к получению тепла. Соответствующая заявка рассматривается и согласовывается дата окончательного пуска. Необходимо отметить, что внутридомовые сети находятся в ведении соответствующей управляющей компании ТСЖ. Необходимость по их подготовке возлагается на управляющую компанию. В случае аварии, прорыва батарей или других ЧП, прежде всего необходимо обратиться к коммунальщикам УК. Если нарушение не устранено в течение суток, время звонить в администрацию. А уже после, если и там не помогли, на горячий номер региональной жилинспекции. Мария Смирнова, Андрей Семивоков, РТВ Иваново.